Сегодня в столичном клубе «Ветеран» отметили сразу три даты – окончание Ясско-Кишиневской операции, Курской битвы и День авиации. Песни военных лет и теплые слова поздравлений для людей, которые не понаслышке знают о войне. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Участников Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе осталось всего четверо. Одна из них – Евдокия Данилевская. Прошла от Севастополя до Вены, а День Победы встречала в госпитале. Служила в летных войсках, помогала солдатам. Вспоминает, иногда, чтобы защитить других, огонь врага приходилось принимать на себя. Когда надо было, вылетала 2-3 раза. Было мне такое, что надо было не только что мне, а и другим отвлечь врага от нашего аэродрома. Строили самолеты ложные. И на эти самолеты мы вызывали огонь на себя. Песни, цветы и слова благодарности. Ветеранов в этот день поздравляли и взрослые, и дети. Знакомые всем военные произведения пели всем залом.